Ну вот, полюбуйся на себя, киногерой хренов. А откуда это у вас? Менты снимали. Вот где этот мусор мне на хвост сел. Зачем ты туда? Сунулся, а? Мельника-то я давно знаю. Работали вместе. А это кто такой? Рядом с тобой? Да это Гришка, драгдилер. На Леху работает. Бармен. Угораздило тебя. На это кладбище. Да этот подполковник уже все. Никому ничего не расскажет. Почему? Он жив. Жив? Этого не может быть. Ничего толком сделать не умеешь. Где машина твоя? Да машину я утопил. Он-то наверняка своим мусорам прозвонил номера. Но она зарегистрирована все равно уже на покойницу. Пусть ищет. Ну, хоть это. Спасибо тебе. Разрулил. Да, и еще. Лунев соскочить хочет. Менжуется. Ничего. Это все менжуются. Потом привыкают. А что сказал, хорошо. Где он сейчас? Работает. Один? Ну, я не могу быть и здесь, и там. Рули к нему. Возьми в оборот. И одного его не оставляй. Ну что, как дела? А ты не видишь работу. Ты пожрать принес? Слезай. Ну а когда закончишь-то? Ну еще 2-3 дня. 2-3 дня, да? А что так долго-то? Ну сам попробуй, может быстрее получится. Ну давай, не хами. Слушай, Коль, не лезь не в свое дело, ладно? А что там с этим? С как его? Контейнер. Придумал что-нибудь? Ну да, что-то придумал. Надо только на строительный рынок сходить. Труб купить. Трубы? Что за туфта-то? Сам-то туфта. Понимал бы, что. Алло, Наташ? Ты откуда звонишь? Значит, вернулась. Дай-ка сюда! Да... Игорь? Игорь! Игорь! Я убью тебя, электрик. Попробуй. Падла, ты мне весь нос разбил. Игорь! Вот теперь можешь смотреть и слушать. Сколько тебе влезет? Еще не все. А, ты мне нос сломал. Давай, пристегнись. Пристегнись, я тебе говорю. Но если нет? А если нет, я тебе башку снесу. Ну, давай быстрее! Шевелись! Дурак ты, Коль. Дурак, но с пистолетом. Ты мне скажи, кто тебе звонил, что ты так всполошился. А ты угадай с трех раз. Да. На долгожителя ты не похож. А это не те судить. Сегодня мне. Наташа, ты уже вернулась? Отлично. Я сейчас к тебе приеду. Скажи, ты где сейчас? Отлично. Слушай, там есть рядышком кафе. Ты меня дождись, пожалуйста, за столиком. Только, пожалуйста, никуда не уходи, я сейчас буду.
Ну, может, хватит. Скажи спасибо, что жив остался. Спасибо. Коль, может, снимешь с меня это дерьмо, а? Еще чего? Да ничего. Шеф, ты чего будешь говорить? Скажу, что ты очень медленно работаешь. Ты что, совсем идиот, что ли? Ему же не треп твой нужен, а работа сделана. И отвечаешь за это ты. Это ты идиот. Ты жив, потому что я этого хочу. Понял? Работай. Коль, запомни одно. Если такая ситуация еще раз повторится, лучше стреляй. Я хамство не люблю. Хорошо. Учту. Скоро обед, успеть бы. Да ничего, успеем. Держи. Что с тобой? Отпусти. А? Что? Нет, ничего. Что ты там увидела? Так просто показалось. Может быть, тебе пойти прилечь? Да, точно, пойду прилягу. Освежитесь. Как фамилия девочки? Светлана Разина. Мне сказали, что она находится здесь. А вы ей кто? А разве не видно? Я ее отец. И приехал забрать ее домой. Пацаны! Позовите кто-нибудь Свету. Я! Скажи ей, пусть идет сюда. Ага, понял. А вообще, что у вас здесь такое? Мы помогаем тем, кто попал в беду. Ну, это дело хорошее, только при чем здесь моя дочь? Света пришла добровольно. Значит, у нее есть потребность. Кажется, мы ее все-таки избаловали. Она еще сама не знает, чего хочет. Почему вы хотите забрать ее? По-моему, ей здесь нравится. По-моему, здесь не самая хорошая компания для Светы. Готов с вами поспорить. Возможно. Но я ее отец, и решаю здесь я. Света нигде нет. Мы все уже обыскали. Вы что же ее прячете? Посмотрите сами. Маш, помоги. А ты иди работай. Что из меня идиота делаете, а? Где она? Маш. Я вас спрашиваю. Маша, ты ее видела последнее. Где она может быть? Да, мы в столовую вместе шторы вешали, а потом ей стало плохо. Что значит плохо? Да ничего ей не плохо. Она через забор перелезла. Ты уверен? Ты сам видел. Да. С вами все ясно. Ой, ребята. Ой, я вам устрою веселую жизнь. Я в два счета разгоню этот ваш гадюшник. Калитка там. Что ты делаешь? Не хочу! Света! Я иду! Садись!
я сказал! Вы бы отдохнули. Вас сестра сменит. Нет, я лучше здесь. А он так и будет лежать? Или вы будете что-нибудь делать? Все, что можно было, мы уже сделали. Первые часы. Теперь надо набраться терпения. Подождем до завтра. А вы хорошо держитесь? Я привыкла. Какая интересная штуковина. Не трогай там ничего. Мне только твоих пальчиков не хватало. Ты там скоро? Ну что ты висишь над душой, а? Ну иди займись чем-нибудь, я позвоню. Я не могу, это очень срочно. Поэтому я по 10 раз и проверяю. Значит так, здесь только твои отпечатки. Слава богу. Рано радуешься. А что еще? Вот, посмотри. Видишь? А что это? Тальк. Совсем чуть-чуть. И что это значит? А это значит, что человек, который брал камеру, был в резиновых перчатках. Но тальк же внутри перчаток. Значит, надевал перчатки прямо над камерой. А это может быть тальк с твоих перчаток? Ты думаешь, что говоришь? Значит, камеру кто-то брал. Интересно, для чего? Но если бы хотели украсть, украли бы. Значит, нужна была запись. Если хочешь дождаться отчет по Федорову, то подожди. Да, подожду. Работаете где-нибудь? Вообще? Сейчас. А, сейчас. Сейчас нет, нигде не работаю. Почему? А устал. Работал на стройке, пахал, как папа Карло. Все, хватит. Сейчас ищу. Что-нибудь полегче. Со своими прежними друзьями общаетесь? Это с какими? А это с теми, что до тюрьмы? А, нет. Нет. Все, с меня хватит. Значит, совсем не общаетесь? Нет, ну как. Встречусь, если на улице, поздороваюсь. А так, нафига они мне нужны? Понятно. Я вам сейчас покажу фотографию, посмотрите, может быть, узнаете кого-нибудь. Узнаете? Нет, никого не узнаю. А вы повнимательнее посмотрите. Да я вам говорю, никого я не знаю. Ладно, понятно. Спасибо, вы свободны. А зачем вы меня тогда вызывали? А я думала, вы нам поможете. Ну и как? Помог? Не очень. Пока. Не очень. Пока. Ну, пока. Вот зараза. Что-то еще? Нет, спасибо, девушка. Я еще друга жду. Наташа, ты знаешь, что тебя милиция ищет? Тетка твоя звонила. Что случилось? Женя, это сейчас не важно, с Игорем беда. С чего ты взяла? Понимаешь, дело в том, что я ему звонила. Зачем ты ему звонила? Кто тебя просил? Ну, это не важно. Понимаешь, я ему позвонила, потом разговор резко прервался. Начались какие-то крики и даже драка. Потом все кончилось. Что значит кончилось? Ну, в смысле, связь прервалась. Я потом еще звонила несколько раз, и все время был телефон недоступен. Да, у Игоря сейчас сложное время. В каком смысле сложное время? А может быть, в милицию? Вот это точно не надо. И вообще, почему ты ему звонила? Ты почему не уехала? Я хотела. Я хотела уехать, но, понимаешь... понимаю. Значит, пока я уезжал, вы
Молодцы. Извини. Но просто с ним что-то случилось. А ты единственный человек, у которого я могу просить о помощи. Если с ним ничего не случилось, я сам бы его убил. Надо. Тоже у меня лучший друг. А как надо? Извини. Значит так. Сейчас я отвезу тебя к твоим, а потом займусь Игорем. А ты, пожалуйста, ему не звони и держись от него подальше. Это не ревность. Просто он действительно сильно влип, и у него серьезные проблемы. Так что пока все не разрешится, держись, пожалуйста, от него подальше. Ты поняла? Я поняла. Да, алло. Да, я смогу подъехать, когда освобожусь. Через час где-то. Устроит вас? Договорились. А вот и менты. Вспомнишь, оно и появится. Жень, прости, пожалуйста, мне очень жаль, что так вышло. Я... Пошли. Женя, постой! Итак, Федорова спасло только то, что в момент взрыва дверь с его стороны была открыта, и он не был пристегнут. Да он же только в забор врезался. Отчего взрыв? А вот посмотри. Видишь, на левом крыле вмятина. Это след от касания в момент, когда его подрезали. А следы краски есть? Какой краски? Машина полностью выгорела. Подрезали как? Смотри. Встречная машина. Машина Федорова. Угу. В момент касания чик, и машина Федорова врезается в забор. Это от удара в забор такой взрыв? Да, и взрыв нехилый. Его метров на 5 выбросило. В этой цепи не хватает каких-то звеньев. Сидите. Посмотрите, узнаете этого человека? Это Панкратов. Николай. Так. А что, он как-то связан с кражей на моем складе? Не с кражей, а с попыткой кражи. Ну, пока вам точно ничего сказать не могу. А вы с ним давно знакомы? Да с детства. Но у нас компания наша, вы всех из этой компании знаете. Николай был постарше, мы когда за водкой для него бегали, когда еще что-то, ну, не более того. Так что же, получается, Пастухов и Лунев его тоже знают? Сидите. Послушайте, не надо ставить рядом Пастухова и Лунева. Это совершенно разные люди. Что ж, спасибо за помощь, всего доброго. Всего хорошего. Здрасте. До свидания. Ну что, Жуков? Да ничего. Смотри, какая история получается. В общем, вот этот вот Панкратов, оказывается, знаком со всеми из их компании. Мне Жуков только что рассказал. А Пастухов утверждает, что не знает его. Но если он отрицает это знакомство, значит, есть что скрывать. Значит, есть. А не этого ли Николая видел Федоров на кладбище? А что, очень может быть. Как Федоров? Пока никак. Но врачи говорят, надо ждать. Ну да, не весело. Ну что, Сереж, я попробую выяснить послужной список этого Николая. Да, Мил, что от тебя хотел Полозов? Он что, опять обратно просится? Так, Сереж, мы с тобой, кажется, договорились. Ты в это дело не лезешь, так? Ну да, может, и договорились. Подожди-ка, ты что ж, собираешься с ним отношения выяснять? Не надо, Сереж. Он того не стоит. Хорошо, не буду. Ну вот и договорились. Мам, я сейчас! Мы опаздываем! Иду!
Здравствуйте, Екатерина Павловна. Рад вас видеть. Что еще натворил этот гусь? Ничего, просто хотел узнать, как дела. Нет уж, лучше сразу говорите, что случилось. Ну, да, собственно... Нет, ну так... что за фигня? Вы участковый или мямля? Можете внятно объяснить? Хорошо. Я хотел поговорить с вашим сыном о его друзьях. Поубивала бы таких друзей. Уже. Что уже? У вас какая-то странная манера говорить. Двое пацанов уже погибло. Как погибло? Я хотел поговорить с вашим сыном. Не был ли он с ними знаком? Так, я на неделю улетала в Иркутск. Володьку брала с собой. Только сегодня вернулись. Сейчас везу его в аэропорт. Пусть у брата поживет в Питере. Вот это правильно. А что с ребятами случилось? Молодой человек, пошевеливайся. Мам, ну ты достал уже. Поедем с нами, по дороге поговорим, а то мы так точно на самолет опоздаем. Ну что стоим? Была команда по машинам. Ага. Давай, Володь, поехали, поехали. Да назад, 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 назад. Мам, что за дела? Смотри внимательно. Знаешь этих ребят? Этих? Не знаю. Врет. Я вам точно говорю, врет. Они погибли. Как погибли? Ну что, задергался? Говори, мерзавец, знаешь их или нет? Ну да. Значит, ты Саву знаешь? Угу. Что о нем знаешь? Где живет? Фамилия? Ничего не знаю. Я его видел всего один раз. Простите, как вас зовут? Иван Семенович. Очень приятно. Так вот, дорогой мой сыночек. Иван Семенович здесь не потому, что ему очень нравится с нами кататься. Тут дело серьезное. И не смей врать. Один раз он его видел. А почему глаза так забегали? Ну давай, говори, вспоминай. Какие-то детали, мелочи. А помнишь, мам, ты мне охотничий нож подарила? Ну, и запретила из дома выносить. У меня брат, охотник, иногда парни берет с собой. Так что этот нож только для охоты. Ну вот, я его как-то ребятам показывал, и Савка сказал, что это полная дешевка, что типа у него в доме есть охотничий магазин, где такой нож можно за 500 рэ купить. Да. Дурак твой, Сава. Я за этот нож 1000 баксов заплатила. Ну, я тоже ему не поверил. Я же знаю, что ты мне дрянь не подаришь. Но я обиделся тогда очень. Кто еще был в вашей компании? Девчонка была. Свет, что ли? Да. А еще это... Саша Серебряков. Где живет? Не знаю, на набережной где-то. Я там ни разу не был. Спасибо, спасибо. Это уже немало. А высадите меня где-нибудь. Где-нибудь вот здесь, в метро. Да давайте я вас подвезу. На самолет мы все равно опоздали. Так, а может, на поезде, мам? Еще чего. С самолет ты, по крайней мере, спрыгнуть не сможешь. А брат тебя прямо у трапа встретит. Вот. Фотографии с похорон Мельника. Прям сицилийская мафия. Ну куда уж этим сицилийцам до наших? Теперь мы знаем, что это Николай Панкратов. Угу. Чем закончилась его погоня с Федоровым, вы помните? Помню. А это Геннадий Пастухов. Знаком с Панкратовым, но почему-то это отрицает. Так. Ну, а этих вы знаете, Жуков и Лунев. Да, кстати, насчет Лунева. Вызывали его, нет? Пытались, но он исчез куда-то. И на телефон не отвечает. Да, но зато мы подняли все дела Николая Панкратова и выяснилось, что 20 лет назад он попался на перевозке наркотиков. А теперь самое интересное. Вместе с ним по этому делу проходил Пашковский, о котором мы с вами в прошлый раз говорили. О как! Пашковский, он же Сытин. Да. Любитель брюликов. В общем, их видели вместе, но факт их знакомства нам ни о чем не говорит. Не зря. Не зря я ставил на Пашковского. Садись. Угу. Ах, он жадный. Жадный. У него щупальца в каждом пироге. Ну ладно, ребята, с этим все ясно. Сережа, фотографии я пока оставлю себе.
Значит, теперь о клубе. Я с нашими коллегами договорился. Сегодня там облава. Работают, как я уже говорил, наши соседи. Для вас это практически означает следующее. Вы сидите на своих рабочих местах и ждете результатов. Это понятно? Понятно. Так, тебе понятно? Понятно, понятно. У вас все? Нет. Есть предположение, что моя видеозапись с похорон Мельника оказалась у преступников. Угу. То есть, как это оказалось у преступников? Я оставил видеокамеру на столе, а Малкин обнаружил следы талька. И выходит, что кто-то надевал резиновые перчатки прямо над камерой. Ну, значит, точно крот. Да, и следов не оставляет. И работает ты как, а? В перчатках. Ну, знаете, дорогие мои, тут мне вам и сказать-то нечего. Если один позволяет себя взорвать, второй улики разбрасывает налево-направо. Тут не то что кроту, тут любому захочется вас за хвост подергать. Ну, согласитесь, Алексей Павлович, что все это говорит о том, что мы очень близко подобрались. Кому? Ну, я спрашиваю, кому? Кому вы подобрались, а? Ну, нет у вас ни одного подозреваемого, ни единого. Подобрались они, понимаешь? Все, идите ищите. Ищите, невзирая на чины и звания. Понятно? Вперед. Доброго дня. Здрасте. Ой, как красиво. Похоже. Да. Цветков нарисовал. Подарил бы мне один, я бы над кроватью повесила. Нет? Ну, как хочешь. Вот, значит, вот для другой ты рисуешь, а? Что? Ой, похоже. Похоже. Спасибо тебе. Эта история с облавой достаточно стрёмная. Федоров должен об этом все знать. Ну так в чем проблема? Съезди к нему. Да. Да, мам. Что? Почему? Понятно. Но если тебе что-то нужно, не нужно. Хорошо. Я понял. Что?
Ну вот, у мамы опять давление поднялось, ее пока не выписывают. Ну вот и как тут разорваться? И к Федорову, и к маме. Сереж, ну хочешь, я к маме съезжу? Да нет, не надо, я как-нибудь сам. Ну как ты не понимаешь, что чем дольше ты будешь играть с мамой в прятки, тем сложнее тебе будет выпутаться из этой игры. Все само собой разрешится. Да само собой ничего не решается. А если решается, то хуже некуда. Мил, ну я совсем запутался. Я понимаю, Сереж. Я вижу, как тебе нелегко, и тут еще я, и мама твоя болеет, тебе нужно за ней ухаживать, и... Я понял. Ты меня хочешь бросить? Ну что ты как маленький. Я просто не хочу, чтобы ты выбирал между мной и мамой, все. Да я же не выбираю. Послушай, я твоей маме не понравилась. Не возражай. Не возражай, я точно знаю. Но я не хочу тебя терять. Вот, ты как только вошел в мою квартиру, я сразу поняла... Это мой дом, а это мой мужчина. И ты мне очень нужен, и вот все. Это все, что я пока могу тебе сказать. Да мне же больше ничего не нужно. Какой же я дурак, а? Ты знаешь, дуракам всегда везет. Да, пап. Доченька, уже поздно. Пора спать. Я почитаю еще книгу. Ну ладно. Только недолго, хорошо? Ну... Чуть-чуть еще, хорошо? Хорошо. Спокойной ночи, доченька. Угу. Спокойной ночи. Все, ребята. Поехали. Привет. Мне бы с тобой не разговаривать, мне бы тебе по морде дать. Подожди, ты за этим меня позвал? Нет, не за этим. Наташа сказала, что кто-то уже постарался за меня. Слушай, она вернулась, правда? Правда, правда, вернулась. Жек, прости меня. Прости, но если тебе действительно легче станет, ну дай мне пороже. Слушай, иди ты со своими прости. Я хочу, чтобы ты за километр к ней приближался, пока проблемы свои не уладишь. Еще не хватало, чтобы ты втянул ее в это. Да вот и я о том же. Только она не понимает, понимаешь? Она-то думает, что с моей стороны это все несерьезно. А если влюбился, ты же знаешь меня. Так, ладно. Меня в ментовку опять вызывали. По поводу склада? Нет, по поводу тебя и по поводу Николая. Показывали фотографии, спрашивали, знаю ли я кого. Я сказал, что знаю. Вот почему Коля как с цепи сорвался.
здесь такой шухер начнется. Валим-ка отсюда. Хорошо, что не успели зайти. Повезло. Да, а ты вообще у нас везунчик. Муся. Хорошая собачка. Иди, иди. Ва! Старый знакомый. Ага, добрый вечер. Только я пришел учесть, я здесь совершенно случайно. Кто случайно? Ты случайно? Заткнись, дура. Что это? Я спрашиваю, что? Есть. Давай, займемся кухней, подсобкой. Менеджер не появилась? Ты чего она так испугалась? Так. Здесь никто не шастал. А отсюда действительно ничего не видно? Только что зарезали. Ты кто? Я бармен, работаю здесь. А, ты бармен? Ну тогда проходи, не мешай. Ну так бы сразу. Здесь побудь. Дежурный, бригаду к нам сюда. Да, труп. Доброй ночи, я вас слушаю. Да нет, это я вас сейчас слушать буду. Спасибо. Ну вот, и облава, о которой мы так долго мечтали. Да уж, а в результате еще один труп. Ну знаешь, как говорят, мечты сбываются. И то правда. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну идите, полюбуйтесь. Угу. В стороночку. Ваш клиент? Это он мне наркотики продавал. Ну, мы же не можем следить за всеми посетителями сразу. Права на имя Григория Стрельцова. Говорят, здесь был постоянным. А кто говорит? Бармен. Ну, с ним мы потом пообщаемся. Что это за салфетка? Скорее всего, именно в нее завернули нож. Салфетка накрахмалена, и на ней остались характерные заломы. Преступник очень осторожен. И отпечатков не оставил, и в крови не испачкался. Нож кухонный. Скорее всего, местный. Есть вероятность, что и убийца тоже местный. Убили здесь, труп не перетаскивали? Нет, скорее всего, здесь. Кто владелец клуба? Господин Аксенов Владимир Сергеевич. Можно с ним пообщаться? Нет, он отдыхает. Ну, позвоните ему, вызовите. Это невозможно. Он отдыхает на Бали. Ничего себе, Бали. Далеко забрался. Ну, если вам так угодно, я готова ответить на все ваши вопросы. А вот это хорошо. У вас будет такая возможность. Идите к себе в кабинет. Сержант вас проводит и останется снаружи. Пройдемте. Не надо трогать меня руками. Нам сюда, направо. Да, ну и подарок вы нам припасли. Если бы мы сюда по вашей наводке не нагрянули, может, и убийства бы не было. Ну, все равно бы рано или поздно что-нибудь произошло. Ну, вот он наш улов. Узнаете кого-нибудь? Нет, в первый раз вижу. Гражданин начальник, а скоро нас отпустят? Да это когда я решу. Спасибо, начальник. Что на них? Ой, да ерунда. У одного нож, у другого таблетки. Это вообще наш старый знакомый сутенер. Ну, с ним мы быстро разберемся. Все? Все. Не густо. Да, такое ощущение, что их предупредил кто-то.
Почему не ложишься? Не спится. Это идея, я посижу. Ну что стоишь? Иди, я сказал. Ты ничего не хочешь рассказать? Не хочу. А я хочу. Не смотри на меня так. Я не такая покорная, как тебе кажется. Может быть, просто я так устала от одиночества, что мне показалось, что ты именно тот мужчина. Я не знаю, что у вас было с этой девушкой. Причем здесь она? Только не надо себе врать, ладно? Не хочу быть с мужчиной, который думает о другой. Хорошо. Можешь дождаться утра. А мне есть куда идти, Лен? Тогда уходи. Я же тебе говорил, Лен, со мной одни только проблемы. Только ты их сам себе создаешь. Меня уже не переделать. Иди. Тихо. Ленка спит. Прости. Если ты придешь в себя, значит, будешь жить. Ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Ты моргни мне, если понимаешь меня. Валер, Валерочка. Ты попал в аварию. Ты попал в аварию, ты сильно разбился. Но ты обязательно поправишься. Валерочка, родной мой, любимый. Валера, Валера, не закрывай глаза! Валера!